Стой, Влас! Я же говорил, сволочь, что вы подсунули Лодзину липу. Полегче, Рудковский. Все равно где-нибудь наследишь. Провокатор! В чем дело, Влас? Ральф не выносит чужаков. Ты же глухонемой! Работаешь, Влас. Шел он. Прежде чем начать наше совещание, разрешите приветствовать нашего коллегу, успешно завершившего испытательный срок, господина Рудковского. Уважаемые коллеги, как вам известно, бойкот президента США на поставку оборудования для строительства газопровода Сибирь-Западная Европа не возымел должного действия. Русский газ в Европе. И тем не менее, злосчастный газопровод остается объектом нашей с вами озабоченности. Я предупреждаю вас, господа, что информация, которую я сегодня делаю по поручению генерального директора радиоцентра «Свобода, Свободная Европа», носит строго конфиденциальный характер. Московское правительство пошло на ужасный шаг. Испытывая валютные трудности по оплате счетов строительства газопровода, Государственный банк СССР распродал драгоценные камни, украшавшие знаменитую шапку Мономаха. Это что, очередная утка по ночи, а? А какова степень достоверности этой информации? Секретные службы заканчивают обработку сотрудника оружейной палаты из Москвы, запросившего на прошлой неделе убежище.